Рассмотрим вопрос пространства имен, или как это звучит по-английски namespace. Это еще один важный момент, который появился в новом ядре D7, и вам необходимо его знать. В версии PHP 5.3 появилась возможность определять свои пространства имен. Раньше существовало всего два пространства имен. Глобальное, в котором выполнялся ваш основной код, и локальное, в котором определялись переменные функции. Теперь можно определить свое пространство имен, в котором будут существовать ваши классы, методы и так далее. А минимальной системой требования Bittrex в части PHP как раз и является наличие версии PHP 5.3 или выше. И Bittrex внедрил использование пространства имен в новое ядро D7. Понятие пространств имен позволяет давать элементам системы более четкие имена, избавиться от множества префиксов имен, а также избежать потенциальных конфликтов. Все классы, поставляемые в стандартном дистрибутиве, должны находиться в пространстве имен Bittrex, которое не пересекается ни с PHP, ни с разработками партнеров. Каждый стандартный модуль определяет в пространстве имен Bittrex свое подпространство, совпадающее с именем модуля. Например, для модуля форум пространство имен будет Bittrex форум, а для модуля main – Bittrex main. Работать с пространством имен несложно. Если вам нужно ваш класс поместить в пространство имен, то в самом верху файла, в котором вы описываете класс, указываем ключевое слово namespace, имя пространства имен. Вызвать метод getPatch класса main мы можем следующим образом. Также мы можем использовать синонимы вместо длинных имен пространства имен. Достаточно использовать use. Например, вместо такого длинного вызова в начале файла объявить синоним и далее использовать сокращенный вариант вызова. Но даже это вас может не строить. Либо имя класса все равно будет не маленьким, либо, что более важно, оно может совпадать с другим классом, для которого в данном файле определен синоним. То есть в данном файле имеется два класса с одинаковыми именами, но из разных пространств имен. Быть ошибки. Поэтому можно использовать другой вариант записи, где вы явно указываете имя синонима. И тогда сам вызов будет таким –